Все на вашей совести, ребят. Начнем с Чумного? Да не, с Паучи. Засумоньте Пукича, приз. Сейчас свальнем два самых легких. Потом пойдем в мерзость. А, нет. А, ну да, Паучи, мерзость. Потом Чумной. Хотя нет. Пойдем сначала на Паучи, потом на Чумной, потом на Тадиус, а потом на Военный. И все. Чумной лучше напоследок оставлять, потому что там этот Хейган обоссанный. А что там бегать? Там ничего бегать. Мы его бы один раз завалили в прошлый раз. Правда, осталось нас меньше половины, но... Всё-таки. Сколько перчатки скверны дает? Пошарить. За Хейгана вообще не должны переживать. Мы в прошлый раз со второго раза убили. Почты забыл забрать камень, блядь. Давай, Диджу. Давайте, пока будем сейчас сумонти всех там. Так, Войт остался, Скофилд, Цяка. Все остальные сейчас будут по мере подходить. Мой любимый Скайрейн, Тёма, ты пока в ретрике идешь. Пока третий танк не понадобится, идешь в ретрике. Пока Диджи и я будем в этих танках, дальше, если что, уже будем думать. Одного РДД, походу, доберем еще. И все. РДД либо Милик. Что там, шкафа нет уже? Есть, есть, есть. Ребят, сумоньте, Void Light, Авердос. Все, два человека осталось засумонить. Давайте, может там кто-то дойдет попозже. Потому что там есть люди, которых я еще не видел, но они подписаны какой-то Кавори там. Бирка, Сонекса нету, поэтому люди, может быть, еще подойдут. Можешь Влада взять его вагоном совой. А какой у него ник? Вы уверены, что мы с вагонами пройдем? Мы тогда на Тадиусе сидели 3 часа. Хаттори по-английски. Ну сколько у нас вагонов? Я, получается, доктор. Два вагона у нас. И два хила. Просто вообще никакого желания 8 часов сидеть в Наксе. За 4 часа должны закрыть. Как... Да, там. Патизон. Где ж Сонекс? Спроси его. Кого? Влада? Ну вот, я написал ник. Он пишет, короче, что он без наушников и микрофона и может в любой момент отойти. Он на работе у этой. Не знаю, короче. Да, короче, пошли пока так, потом дальше уже будет видно. Если что, доберем. Давайте пока чистить трэш. Я могу чем-нибудь... Давайте баф по рейду. Рыбу пока не ставьте, рыбу поставим на первом боссе. Идемте быстро, сейчас закрываем пауч. Поставьте столик, маги. Дайте, да, Ярик, дай стол. Ярик, дай столик. Любой маг, дайте столик. У нас два мага. Шо, у нас проблемы с магами. Что, издеваетесь надо мной, парни? Не знаю. Ярик, алло, салам алейкум, дай стол. Да. Стол, зайчик, так пожалуйста. Еще, нема, нет, базуки нету в Дискорде, я говорю вам уже, давайте.
Быстрее, пожалуйста. Набирайте. На хастуре цепь ювелирный есть у кого? Да, у меня есть. Вон этот. У меня есть, может, дай мне. Вот сейчас, я прыгаю. Сейчас, доктор. Дверь юзаю. Доктор сейчас даст один камень, но я ему дал. А мне звезда, подойди. Кто мне трейдовал, я не понял. Да, Скай, ты пока в ДД. Да я уже, я сделаю сейчас на хосту. Да, Скай, ты пока в этом. Ты пока в ДД идешь. Боже, почему, блядь, надо выйти из спека, чтобы сделать камень? Давай, доктор, трейд. Так я мог сделать безусловно. Мне уже кинули, и все. Я хоть на хаз сделал. Все, поехали. Давайте, сейчас еще 3 года будем идти, блядь. Ребята, пулим по одной горгуле. Вот вам сразу горгуля летит. На пол в медведя, либо в ДК метки я поставил. Просто так, ради интереса, других людей на полу не даем. А никто не знает, какая команда рекаунт призывает? Ну, окно открывает рекаунт. Рекаунт шоу. А, окей, все. Рекаунт шоу вообще. Ауру меня уберите, пожалуйста. Что-то я каску не вижу на медведя. А, тьфу, бля, я ж не сказал. Боже мой. Я же... Сейчас скажу. Ой, бля, ну почему у меня рит лагает? Так, короче, все будет максимально проще. Skyrain, давай каски, ты у нас идешь как протопал, если что. Ты даешь каски, Skyrain. А, Void, раздавай нам кресты, а Тедис, ты раздаешь кулаки. Все. Ёж, ты пока идешь в этом, в ШП. В Гаргулию сыграйте, ребята, дал метку вам. Так как ты хочешь делать ШП, ты идешь максимально в ШП. Может быть, на каком-то боссе я попрошу тебя спекнуться, но посмотрим. Пока нужен ДПС. Не, Вердос, ты ж в хиле идешь сразу же. Это Ёж там у нас в ШП идет. Пока все идут по своим ролям. Никто там не ролит на какой-то другой спек, чтобы потом не было такого. В метку. Чтобы не было потом, что я иду там в танке, я хочу ролить на ДД, ребят. Это тоже поферять, это я. Ну, я буду ролить на ШД спек. Это то, что с РПБ, Лёша? Да-да-да. Ну, хорошо. Так, это как, ребят, давайте без этого. Сейчас сразу пишите, кто на какой спек, чтобы не было потом. Хотите танки ролить на ДД? Хорошо, типа, я дам вам возможность, но тогда на танка вы ничего не ролить не будете. Ну вот и все, вот и поговорили. Поэтому давайте. Вы моя опора и надежда. Стойте. Что там такое? Ждите. Стойте. Револдуцо. Ну вот, филяйте теперь. Да сейчас добьем, давайте. А, нет, нас не прохилят. Ну давайте, пробуйте прохилить. Сейчас, Тёма, приготовься, если что, дать гимн на ХП нам. Если мы сильно просядем.
Сейчас подождем, пока дебаф спадет. Ой, какой же эфир. Не видите ее туда. Назад, назад, не идите вперед, не идите вперед. Ребята, вы эфирите, бля, там вторая, ну. Зачем эфирить-то? Тёма, дай гимн на ХП, пожалуйста. Сейчас сразу, друиды, отдавайте спокойствие. Друиды, отдавайте спокойствие. У кого есть, давайте, спокойствие. Хильте свои пати. Ёж, дай нам гимн на ХП, пожалуйста. Сейчас оно начнет тикать, сейчас попадаем к чертовой матери. Давайте, спускайтесь. Прохиливаем, прохиливаем. Ставьте рыб. Я поставлю, Ярик. Вон, в метку ставь рыбу, чтоб все видели. А может, две рыбы? Кушаем рыбу. Кушаем рыбу. Так. Присты, дадите баф, потому что на войде я не вижу ни стамины, ни бафа друида не вижу. Так. Фласки прямо сейчас все пьем. Можем начинать уже пить фласки, ребята. Танки, хилы, ДД, абсолютно все пьют фласки. Нету ни для кого никаких там этих. Даю РЧ. Сейчас меняю лут, даю РЧ и погнали. Кстати, можешь этого ассиста с лутером дать мне, чтобы я поразраливал сразу. Пока вы пойдете дальше. Секунду, 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 секунду. Рейд. White light. Поехали. Прощайся с жизнью. На пул в танков, ребята. В диджей или в меня, без разницы. В любого танка сразу на пол, чтобы РДД или милики не сорвали. Диспелим. Что-то с Тёма Скай едет. Может быть Геро? Зачем нам Геро? Элементарный босс, ну типа, зачем Геро? А, мы на Хейгана. А, мы сразу на Хейгана пошли, а не в паучи. Ну ладно. Так на танцах же не будет, ну зачем на танцах Геро? На таких на танцах чего не надо? Сразу с пула Геро на Хейгане даем, мы все ДПС пока не поздыхали. Вы ж потом на перебежках дохнуть начнете. Так, Стёма, Скай, ты на ДД ролишь или на танк? Ну, я хазарик правильно. Сейчас разберёмся, ребята. Нет, ты можешь идти в реплике просто пока, но будешь с роллом идти на танка. И все. Просто, ну, есть боссы, где реально надо один танк или два. С рейда забрали трэш. Я что-то иду, иду, смотрю, что пауков нету, думаю, ну ладно. Так. Так, если что, первый тотем и гимн на ману отдает у меня Скофилд и отдает Ханкуль. Вторые отдают Йош и Доктор Зло.
Поехали, Рэмбо. Диспелим, диспелим чуму, ребята. Да, пошел. Что там, Ярик, ваншотнули? Ну да. Ну, простите, простите, он как-то агрессия скидывает, поэтому... Да, скидывает. Я таунт был в КД просто, я бы загрел, я подбежал, чтобы массовый дать. Давайте добиваем босса. Да иди сюда, блин. Побежали, побежали сразу. Там сейчас разрулят все, побежали. Давайте много не пулим, по чуть-чуть, по стенке и погнали. Ткани, ребята, РДД 213. Кому надо, может забрать за 25 ЕП. Ролы кидайте, ребят. Это параша обычно сверху. Значит, если никому не надо, мне на дис просто дашь, да и все. Протопал, ребята. Защита, парирование, уклонение. Скай, что ты мне скажешь? А, стоп, палец. Я такой тоже, что я бы забрал. Это палец, подождите. Да, это палец. А, я бы забрал. Что? У меня говно. Давай, может, рельнем с тобой? Давай рельнем. Парирование мишки, я думаю, вряд ли. Да нет, пусть... А давай я добавлю. ДКшнику лучше. Спасибо. Под стенку, да, давайте под стенку. У нас впереди защита, это шерри, я ролю, парни. Диджей. Не, ну забирай, забирай, это будет уже наглость. То у меня все, а Тёма скайпа забирал. Ретрики. Ребята, ретрики. Так, Одя, давайте меньше флуда, пожалуйста. Не, колокол за 4400 мне не надо. Там от Эдис просит манускрипт на офспек. А, да, если на офф. Если никому не надо, вон на офф от Эдису отдавай. У него там тоже ретрика, он собирает. Ой, поменяю исцеление на ДПС в рекаунте. О, спасибо. А что там у нас сзади? Все нормально. Все нормально. Все, заходим. Я сейчас поставлю метки. Отбивайтесь пока. Я быстро поставлю метки и начинаем сразу. Баф на нас есть. Дайте фул ребаф по базуке, пожалуйста, мне только что чуть сложило.
И рыбку, если можно. Стоит, стоит. Вон. Ребята, плюс в рейд, кто не знает тактику. Мы тут бегаем, да? Да. Можно лапку на базуку? Да, 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 конечно. Так, ну, шея нормальная. Что, я смотрю, все прям тактику знают. Ничего себе. Ну давайте тогда. Сейчас ждем. Да, 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 сейчас. Ребята, еще раз. За спиной у босса никто вообще не стоит. Абсолютно никто не стоит. Не надо его бить в спину. И становимся ровно в метку, где есть метка. Вот там, где вот вы видите этот кружочек, вот сияет. Вот туда вот заходите. Не надо стоять. Всех миликов хочу видеть в одном месте. Меня что печенье смущает. Так, давайте, там Цака только в био отходил, и все, давайте. РЧ, ждем сейчас спри. Тандерклипа ждем. Тандерклип. Что такое, чего не хватает тандерклип? Походу этот печенье, по 5 ему надо. И сделайте каску. Каску дайте, пожалуйста. Скай, дай каску по тандерклипу. А, Скай, нет, Скай, давай обратно в ретрика, тут в ретрика. Давай в ретрика, Скай. Он в ретрике просто щитом. А, я понял. Короче, если, я вдруг упаду, типа ты будешь водить просто и все. Все, ребята, все готовы. Еще раз, поехали. Так, смотрю, Гнидыч, Кукич, все, поехали, я пуляю. Поехали, на пол в медведя. Дальше вот Рона, чтобы РДД дебаф не получил. Рост, дайте Геру сразу, Геру с пула. Поехали, переводим его. Переводим. Диджей, давай в метку становись. Ровно в метку. В треугольник перебежали. Обратно побежали. В метку, все в метку, ребята. Дальше побежали. Дальше. Пятнадцать секунд до забегов. В печенье и потом обратно в звезду. Все, РДД в звезду спустились, РДД хилы в звезду спустились. Все, никто не хилит, никто, абсолютно никто не хилит. Приготовились бегать. Побежали. Тут буквально на секунду и дальше. То же самое. Зашли, в метку зашли. Назад. Дальше. Назад. Yes, минус 3. Да, я говорил, ребята. Минус 4. Дальше. Никита, дай БР, пожалуйста, в конкуля. Диджей, забери с меня босса, пожалуйста. Побежали, переводи. Да почему я не могу дать БР?
Не могу дать Б. Диспейте. Ладно. Я заберу сейчас диджа, я заберу с тебя. Никита, дай, если есть тинер, дай в конкуле. Я уже дал. А, Скофилд, ты жив, Тёма? Нет, мёртв. Ёж. Ёж живой? Да, Ёж. Ёж, давай нам гимн на ману и конкульт бочку. Давайте, вот сейчас тотем на ману и гимн на ману. Чё, там скоро ТП у него? Да, приготовьте сейчас выходить в звезду. Приготовьте, сейчас он ударит, вы выходите в звезду. Бьем его пока, бьем его. Пока бьем. Заявился. Все, ждите. А, все, да? Вот так вот в базаре. Блять, пиздец, что за хуйня. А что за хуйня? Падайте. На ком агро надо было отойти немножко. Давайте просто упадем и все. В лужу встаньте. Сейчас. Падайте, идите быстро в туалет, кому надо, ребят. В смысле, не понял, ну ладно. Блин, жалко, что много людей этот упало, мы сейчас смогли бы его просто так убить. Сейчас он тотема убьет, в инс не заходить. Все, заходите. Близко к боссу лучше не резать, а сапиться еще. Это мы, по-моему, 17% оставили, да, ему? Если меня память не подводит. А, моя ошибка была в том, что, сейчас объясню, СС-ов не было и все на хилах. Я забыл про СС-ы. То, что вы умираете, это не значит, что как-то метки неправильно поставлены или еще что-то. Это у вас может пинг скакать, плохое соединение, либо сервер. Это босс вообще не есть проблемы, мы сейчас его убьем со второго раза, поэтому не дезморальтесь сразу. Да какая дезмораль? Мы не убили из-за того, что сервер поломанный. Я, кстати, вот это же еще насчет рекаунта спрашивал, а нет какой-то другой команды, потому что рекаунт шоу сейчас не помогает. Быстренько, пока есть время, напиши в гугле рекаунт и все. Может, у тебя он отключен в этих модификациях, потому что тут баганая иногда бывает тема. А как включить даже, если так? Ну, выйди типа из мира, и там слева в нижнем углу у тебя будут модификации. Попробуй в интерфейсе модификация рекаунт переключить. Интерес модификация рекаунт переключить. А чё, у кого-то рекаунт исчез? Это он у тебя просто за рамки экрана ушел. Тебе нужно позицию сменить. Зайди, короче, интерфейс, модификация, рекаунт. Ага. Сброс позиции. Что еще раз? Сброс позиции. А, сброс позиции. Не, нихуя. Появился? Теперь напиши рекаунт шоу. Про? Должен появиться. О, да, спасибо. Помогло. Давайте, Цяка, Бодя, я хочу видеть постоянно СС. Рыбу поставить, нет? Да. Рыбу да, ставь рыбу где-то, чтобы все ее видели. Цяка, с тебя СС постоянно по Атедису, Гнидыч, с тебя СС постоянно по Войду. Если вам надо камни души, и можете там на трэше восполнять эти камни души свои, да и все. Ребята, рыба стоит прямо перед рейдом, кушайте.
Так, секундочку, сейчас, одну секунду, ребят. Так, давайте баф по рейду, погнали. Так, динатрия, фласка, все вижу. Да, на всех есть фласки. Давайте докушивайте рыбу. Не вижу инты на еже. Маги. А, не вижу кулаков на дидже, не вижу кулака на динатрии. Не вижу, не вижу кулях кулаков, на рогах не вижу кулаков. Крик на хп, ребята, на АП никто не надо, не кричит. Ребята, раздайте, пожалуйста, кулаки. Спасибо. Под рулям еще можете кинуть. И по, да, да, и под рулям еще можете кинуть. Буду вам весьма благодарен. Так, все, все готовы, ребята, я даю РЧ. Делаем все точно так же. Абсолютно точно так же. Гнидыч, Ликс и Dark Travel. Dark Travel. Все, все тут, давайте, я пуляю сразу на пол в медведя. Поехали. Как только зашли на трон, все РДД сразу дают Геру. Все зашли, давайте Геру. Геру, 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 поехали, бьем босса. Леша, ты сейчас там умрешь, мы будешь бить его в спину. Приготовились, пошли, пошли с боссом. Бля, просто эвейднулся босс, блядь. Люблю этот сервер, просто нету слов, сейчас бы его убил. Заходим дальше. Бэры без надобности никто не отдает. Бэры всегда храним для хилов. Хилы, танки, приоритет. Пошли назад. Давайте, идем, идем, идем. Ребятки, РД, когда будем бегать, вы максимум, что можете, это накидывать доты. Не надо останавливаться и его убить. Давайте дальше. Смотрите, сейчас будет звезда, потом печенье и потом обратно звезда. Печенье. После удара РДД спускается в звезду. Ждем удар, сейчас будет удар. РДД могут спускаться в звезду. Все. Все, приготовились. Приготовились. Побежали, побежали. Дальше. Дальше. Назад сразу. Дальше, дальше, дальше. Никитос, сможешь сам встать, Ханкуль? Ой, Лёш. Если можешь, вставай. Все на трон. А, Никита, если есть иннер, дай, пожалуйста, Ханкуль иннер. Побежали. Я не тому дал. А, понял, есть БР. Если есть БР, дай в Скофилда БР. 5 секунд. Понял. Тёма, приготовься, я сейчас прожмусь и дам в себя БР. Ёж, дай, пожалуйста, гимноману. Лёша, дай, пожалуйста, тотемноманы. БР готов. Давай из Скофилда. Тёма, вставай. Авердос, он сейчас поднимется на трон, я сразу дам в себе БР. Сейчас обратно, вот сейчас ударит, и РДД спускаются в звезду. РДД хилы могут спускаться в звезду.
Овердос, даю БР, сразу вставай. Приготовились бегать. Приготовились. Побежали. 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 Дальше. Назад, назад. В печенье буквально на секунду останавливаемся. Понял. На трон, РДД. РДД хилы на трон. Все, добивайте босса. Побежали. Давайте, РДД, прожимайте там все свои эти штучки грязные. Давайте, 19% за минуту должны снести. Да, не говорите, что мы будем бегать еще один раз. Не, 10%, давайте, поднажмите, у вас 40 секунд, парни. Давайте, нажимайте там на кнопки на свои. Ешь, дай нам гимн на ману, пожалуйста. Я давал уже. А, понял, извини. А, доктор зло, дай бочку, пожалуйста. Давайте, 5%, 18 секунд, успеете? Жмите. Давайте, должны успевать. 3%. Давайте. Больше дэмэджа. Хорошо. Интересно тебе?